Идавирус Кихаридускоптер пригласил всех партнеров школ и детских садов Идавирма присоединиться к перевернутой неделе, чтобы принести в образование свежего ветра. Силамевский детский сад «Пяксики» организует это мероприятие уже в третий раз. Участие в предлагаемом мероприятии дает возможность применить методы обучения, делающие учебную деятельность более эффективной и увлекательной. Интересно, что в ходе учебной деятельности участники меняют свои привычные роли. Некоторые дети берут на себя роль учителя, руководителя, процессом обучения и другими детьми. Педагоги берут на себя роль наблюдателей, поддерживают детей в их новой роли. Родители выступают в роль детей, гостей и наблюдателей. В мероприятии приняли участие все дети детского сада, начиная с 3 лет. Все участвуют в этом образовательном приключении, чтобы создать уникальную и интересную учебную деятельность для детей, учителей и родителей. Мероприятие очень нравится всем участникам, все получили положительные эмоции. Следите за последними новостями вместе с ЕСН ТВ.